Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Продолжаем. Это глава без шпионажа. NEC перестал быть шпионом, ребята, перестал быть шпионом. Вентилятор меня сносит, мне нужно идти как-то здесь аккуратно, прям аккуратно. И в то же время нужно подрасти, собрать реликтов кучу и не подвести дока и пацана, который со мной идет. А также спасти мир от этих зловещих гоблинов, которые пытаются поработить все. Не знаю, как они там с человечеством совладать. Потому что главный гоблин говорит, что мы там типа плохо себя ведем, люди, короче говоря. Ну и такие подобные у него разговоры. Поговорим с ним, дойдем до него. Его девушка Катрин со своим огромным роботом тоже меня очень сильно прессовали здесь. Я пытаюсь сейчас найти ее, потому что она убежала и куда-то спряталась. Оп, аккуратно. Вот этот здоровый очень. Ну, здоровый нам не помеха. Улетел просто, как пушинка. Так, налево, направо, куда идти-то? А, здесь секретка, ребята, сундук. Наконец-то еще один сундук. Открываем и смотрим. Ну неужели это будет полный комплект? Нет, ребята, одной детальки, как обычно, не хватает. До полного комплекта. Сколько же там комплектов этих? Очень много. Очень много. И ни одного у нас пока нету. Это падает или что? Почему-то оно... Почему-то оно прогнулось подо мной. Так, ты не прыгай, ты не прыгай. Не надо. Я всего лишь соберу реликты и иду дальше. Перестал быть шпионом и просто начал разносить здесь все. Ага, все, готов. Следующий. Куда же я улетел, ребята? Я не специально. Еще раз проходим. А, янтарь. Можно, кстати, суперудар использовать. Все пойдет. Так. Я, главное, подоспел быстрее, чем он сообразил. Я очень быстрый. Ну, кстати, я дошел уже дальше, чем до этого. Я чуть не упал. Хорош мне закидывать, а ты что делаешь? Уже падай, хватит, я тебе столько ударов нанес. Бежим, бежим, бежим. Собираем реликты. Есть, все, восстановился. Надо подрасти еще. Стоп, нету ли здесь секретных комнат? Вроде ничего. Похоже, они торопились. Забыли положить пол. Здесь должны быть приспособления для рабочих, строивших этот парящий дворец. Ага. Левитаторы. Нам повезло. Ну, ты готов рискнуть? Один. Два. Давай! Док, ты куда? Давай, NEC! Я-то так могу прыгнуть без всяких поясов. Нормально все. Будь осторожен. Я улетел сразу. Что-то здесь реально вообще все это... Шатка-валка, так сказать. Все падает. Да хорош, а? Что-то слишком много этих электрических. Меня не надо бить, я ж тебя попросил.
А реликты есть тут? Вот они. Янтаря надо поднабрать побольше. Так, ты по мне не стреляй, я сейчас к тебе приду. Стой. Так, не-не-не-не-не-не-не-не, стой, нельзя меня так бить. Улетел. Кто следующий? Пойдет. Если реликтов соберу, то все будет нормально. Оп. И получилось как никогда лучше. Ух ты, вот это левитаторы. Это огромный вентилятор, меня сносит очень сильно. Как же мне тут аккуратно-то проходить? На! Ну, подожди, ты в спину мне стрельнул, ты что делаешь? Очень мало жизней. Но я до него добрался, и он упал. А здесь как раз реликты. Ну, прям восстановили очень мало. Очень-очень-очень мало. Но зато, я думаю, мы, если что, начнем прохождение уже с этой части. На, он просто улетел куда-то в небытие. Тихо! Ну как так, а? Ну вроде я нажимал, все нормально было. Не туда. Все, братан, пока. В этот раз намного лучше, жизней больше, но главное здесь не упасть. Главное не упасть, как в тот раз. Хорош меня электричеством бить, я ж тебе сказал, улетай. Улетай побыстрее, на крыльях ночи. Вот этот всегда улетает куда-то вниз. Так, как я здесь упал-то, я не пойму. Надо аккуратно. Еще раз. Больно. Опять больно. Ты чё? Ты зачем так делаешь? Я не понимаю. Я полетел. Полетаем маленечко. Ну, правда, надо аккуратно, потому что можно вылететь, мне кажется, вообще просто в небытие. Все, я добрался до земли. Док, я дверь тебе открою. На, заходи. Заходи, пойдем, поможешь мне. С роботом разобраться вот с этим. Да я и сам разберусь. А дальше? А, все, вижу, наверх. Янтаря заберем. Еще выше, реликты. Попрыгали. А вот и роботы, супер удар. И траля-ля. Траля-ля называется. На, получи уже, хватит здесь стрелять так сильно. Так, а ты что стоишь? Отдохни, полежи, мы идем дальше. Так, этих много, много, но я быстро расправился с ними, ребята, поэтому идем дальше. Какой-то склад. Что-то они тут делают, и, ребята, надо его быстро прессовать. Реликты, это очень хорошо, правда, мало почему-то они восстанавливают. Поднимаемся наверх, стоят два робота. А точнее, это не роботы, а какие-то поливальщики. Они меня просто полили чем-то. Опять отсюда. Ну ладно, не так далеко, в принципе. С этими быстро, нормально. Вот эти два робота, и надо как-то аккуратно. Я приноровился от них уворачиваться, поэтому все нормально. Раз, два, три удара, все, он готов. Реликтов насобирали, идем. Этот корабль направляется к шахте Трагдо. Виктор не теряет времени даром. Интересно. Через пару минут будем над землями Гандахара. Неподалеку от завода? Нет. Он останется в стороне.
Но я могу сделать вот так. Погоди, ты что нажал? Мы сейчас упадем куда-нибудь. Собираетесь спасти Шарлотту? Если мы не вернем ключ, нас всех ждет беда. Да, конечно. Сначала ключ, потом Шарлотта. Только поскорее, ладно? После вас, доктор. Шарлотта — это его девушка. Поэтому он так за нее горой пытается спасти, потому что он где-то там не смог когда-то что-то сделать. Хочет реализоваться, ладно? Пускай, док, я что же, мы на тебя... Кстати, Нек на него, получается, работает, да? Тихо! Да как так-то, а? Надо поближе просто быстрее подбираться к этим чувакам. Тогда все будет нормально. Ох ты, ничего себе открылось тут. Я чуть туда вниз не улетел. А давай супер удар, а? Вот и все, лежите, все отдыхайте. А я пока на лифте поеду. Здоровый вывалился. Так и хочет разборок. Я ему сейчас устрою. Все разборки, это ко мне. Да, это ко мне. Он вылетел просто за перила куда-то. Иногда тут роботы так отлетают просто куда-то вниз. Непонятно куда, но... новые приходят, новые роботы, потому что их настроили очень много здесь. Куда ты, по мне-то не надо стрелять, по мне вообще, ребята, вам что, разве не предупредили вас, что нельзя по мне стрелять? Ай, попал. Да хорош уже, вторая стрела. Все, нет, очередной заход. На. Ну, с тобой быстро. Я уже знаю, как дальше действовать. Заходим. На, тогда с тобой разберемся. Потому что в тот раз именно он меня, по-моему, вынес больно. Здесь что? Реликты, это хорошо. Вот и все. Тут проходится-то, в принципе, в две кнопочки. Все готово. Этот? А, вот здесь мы не прошли в тот раз. Они разлетаются с одного кручения. И этому просто разочек еще втащить. На! Кто быстрее, тот и молодец. Все, идем дальше. И здоровье восстановим. Мы прошли с боем почти весь корабль. Ключ должен быть где-то рядом. А вот и он. И Виктор здесь. Начинаем. Начинаем, ребята, начинаем. Витек, нам надо поговорить. Мы с тобой давно не разговаривали. Чё сразу поливать-то начинаешь? А ты чё стреляешь, а? Так, стоп, я забыл, ребятки, как это действуется. Надо быстро просто прыгать. Отвлекся. Так, ну с прыжка хорошо все получится. Давай. Этого добить. Нормально. Витёк, ты где там? Пошли, надо поговорить с Витьком. Он нам все устраивает, всю жизнь портит. Вечно, вечно. На. Еще. Стоп. Стоп, пацаны. Все, я если близко подобрался, вам хана. Янтарь. Я чуть не пропустил. И секретку. А теперь можно идти дальше. Трубы какие-то здоровые, завод или что? У них тут на корабле полное производство. Опа! Ты ко мне, что ли, решил подойти? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как так получилось-то? Ладно. А, вон он сел за робота, получается, этот чувак, да?
Если бы он не сел, в принципе, можно было бы с ним сразу быстро разобраться, а так пришлось и робота, и его. Ай, да я подпрыгнул. Надо жизни здесь прям сохранять, потому что потом, бывает, не хватает. Чуточек не хватает. Ладно, хотя бы тут секретка маленько восстановим. И, кстати, Нек продолжает расти. Это хорошо. А теперь у меня есть возможность сделать суперудар, ребята. Все, все полегли сразу, трое, вот и все. А мы не могли пройти, это все просто делается. Так, я пролезу тут? Пролезу. Эти сразу на роботов прыгнули. Ну давай, он с двух... А, нет, не с двух ударов падает. Ну, в принципе, недолго, я думаю, его бить. Ай-яй-яй, больно. Больно, очень больно. Вот плохо, если он попадает руками, это все. Но мне надо найти реликты, поэтому... Ну, и чтобы восстановить здоровье. Аккуратно. А если я подойду? Так. Этого убираем, идем дальше. Просто огроменный корабль. Как здесь они не заблудились? Я уже заблудился. Но я, кстати, вырос, по-моему, да? Или просто восстановил здоровье? Сейчас узнаем. Надо больше собирать реликтов. А вот и Витек. Ловушка! Угадали. Катрина погибла из-за ваших жалких, дурацких выходок. А теперь и ваш черед. Еще не поздно, Виктор. Мы можем остановиться, пока ситуация не вышла из-под контроля. И тогда больше никто не умрет. Довольно! Мы все когда-нибудь умрем. Если бы Катрина отдала жизнь за воплощение нашей мечты, это была бы прекрасная жертва. Но она умерла ни за что! Вы умрете так же. Прощайте, доктор. Злой какой-то, а? Катрин, кстати, мы спасли, там остался наш человек спасать. А ты нас просто вытряхнул, и все. А как мы без парашютов-то теперь полетим? А, у них пояса же есть. А Нек вниз просто тупо летит. Он их поймал, потащил вниз. Нек, ты что делаешь? Отпусти. Он их спасает, типа. Да, он забыл про эти пояса. Парни, я сам разберусь. Чуть док смелый стал такой. Шарлотту спасает. Доктор, вы молодец. Здесь? Я поклялся. Давайте-ка я вас представлю. Это мой помощник Лукас. Здрасте. Я много о вас слышал. А это Нек. В прошлый раз не было времени на хорошие манеры. Я очарован. Дорогая, прости меня за спешку, но миру вот-вот настанет конец. Нам нужно в шахту Трогдо. Поблизости нигде нет рабочего транспорта. Подойдет? Мой последний проект для Гандахара, до того, как я узнала правду о его планах. Он великолепен и отменное оружие. Оно нам пригодится. Но, доктор, есть проблема. Гоблины перед уходом все обчистили, нет реликтов для двигателя. Не вижу никаких проблем. Нек, будь так любезен.
Сейчас запустим. Разоренные земли. Зря он это сделал. Он открыл. Глупец доигрался. Чего, в принципе, все и опасались. Аккуратно надо. Док засмотрелся. Ничья земля. Ребята, поиграем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Всем удачи, всем пока.